Как-то видео совсем не передает цвет. Он более такой красный. Здесь еще зелененький. Вот наш нашумевший бонфайр. Смотрите, как он смотрится. Вот здесь еще зелененький он есть. Здесь уже начинает краснеть. И минус то, что у меня здесь верхний полив. Верхний полив жжет наши цветочки. Но это у меня маточники на черенки, которые летом я черенкую. Поэтому поливаю. Вручную это все не объять. Но сделать капельный полив надо. Вторая гортензия нашумевшая, это пиксио. А, в другом месте сейчас покажу. Немножко по-другому она окрасилась, такая красивая. Вот они наши вертолетики. Вот что на картинке, что здесь. Это у нас пиксио. Ну что, дорогие друзья, металлика. Посмотрите, что стало с металликой тоже из-за верхнего полива. Вот так вот она почернела, когда она была беленькая, только начала цвести. Конечно, была очень красивая, просто шикарная. Вот она, металлика. Вот металлику жалко, конечно, что она сгорела. Хотелось бы посмотреть, как она окрашивается. Доброе утро, дорогие друзья. Предлагаю к продаже метельчатые гортензии в черенках. Это уже от моих маточников, мои черенки. Посмотрите, хочу показать, как они выглядят. Вот посмотрите, например, Petit Flore. Petit Flore я покупала, все эти гортензии я покупала в оригинальных горшках. Я зимой вам показывала. И с паспортами. Такой вот Petit Flore у меня начеренковался. Уже начинает одревесневать стволик. То есть постепенно уходит в зиму. Вот посмотрите, какая красота. Это у нас Petit Flore. Следующую гортензию хочу показать вам. Petit Star. Тоже вот такие хорошенькие кустики. P9. Давайте сейчас вытащим с горшочка. Хотя бы один. Посмотрим, что у нас там с корневой. Вот такая вот хорошенькая корневая. Вот, пожалуйста. Petit Star. Вот любой возьмем. И любой вот он хорошенький. Вот такие вот Petit Star. Эти гортензии Petit Lanterne осталось совсем немножко, он пониже, и совсем другие немножко черенки. Здесь они повыше, здесь они пониже. Ну, вот такие вот тоже хорошенькие уже деревянненькие стволики. Но еще время есть, еще пока тепло, то есть еще побольше они одревеснеют и скинут лист, и на зиму уйдут. Как я на зиму оставлю, прямо вот в этих горшочках оставлю, лежа просто положу. Я об этом уже много говорила. Так, что у меня рядышком? Рядышком у меня пунш. Little Lime Punch. Посмотрите, вот такая вот красивая гортензия. Вот так вот она цветет. Вот такие хорошенькие череночки. Ну, как черенками уже назвать нельзя. Это уже самостоятельные кустики, которые надо высаживать в грунт или в больший объем. Кто как хочет растить. Наша малышка Little Rosie, смотрите, она уже набрала, некоторые кустики набрали цветочки. Такие вот красивенькие, тоже очень шикарные, красивые кустики. Уже готовы. Смотрите, какая красота. Вот такие вот пиксио, посмотрите, какие хорошенькие. Хорошенькие пиксио, тоже в продаже. Где-то на две веточки. Где-то подпадаются на 2, на 2. Вот на 3 веточки. Но вот здесь даже на 4 веточки. Я больше люблю на 2 веточки. Вот на 3 веточки. Ствола, вернее. На 2 ствола они более такие толстенькие. Это у нас пиксио. Вот так вот оно смотрится. Новинка этого года, Red Light. Брали мы зимой в больших красных горшках. Осталось совсем чуть-чуть. Посмотрите, какие хорошенькие у нас получились кустики. Здесь прям вот их 3, 6, 7 штучек осталось. Такая вот Red Light. Смотрите, какой хорошенький кусточек. Magical Mount Fuji. Посмотрите тоже, какие хорошенькие. Но они такие сразу длинненькие. Вот уже начинает лист нижний опадать. Уже готовится к зиме.
Magical Mount Fuji. Тоже новиночка. Вот осталось их всего два ящичка. Давайте еще один вытащим, посмотрим. Вот такие вот. Вот их пересадить, обрезать на следующий год будут хорошие, шикарные кусты, которые уже зацветут. Magical Mount Fuji. Новиночка Little Lime Prime. Тоже посмотрите, какие хорошенькие кустики уже готовы. Кто еще не успел заказать, пожалуйста, заказываем. Тоже начинает уже желтеть. Готовится к осени. Little Light Prime. Такие вот хорошенькие. Что тут у нас осталось? Тоже осталось совсем немножко. Шумевшие сорта Bloody Mary и Bonfire. Вот в таком вот формате вас ждут. Посмотрите тоже, какие хорошенькие кусточки. Просто отличные кусточки. Тоже осталось вот чуть-чуть, совсем немного. Ну и следующая гортензия, это металлика. Вот она, девочки, кто заказывает. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот красота. Металлика, то, что идет в один стволик. А, у меня здесь нет, в один стволик все пересаживается и будет уже на следующий год продаваться в трешках. Сейчас же это в П9. Вот, посмотрите, какая хорошенькая, красивенькая металлика. Осталось тоже совсем чуть-чуть, два вот этих вот ящика, и все. Ее нет, разобрали, как горячие пирожки. Поэтому, кто не успел заказать, пожалуйста, заказывайте. Металлика, сортность 100%. Рабочее место, вот еще металлика нашла, тоже хорошенькая. Вот такая, она поменьше. Это не пойдет в продажу, а вот эти, которые уже побольше, пойдет в продажу. Хотя все то же самое, стволики то же самое, просто она покороче. Но нет, в продажу будет идти вот, которые побольше. И еще забыла показать вам Little Rosie, по-моему, это у меня. Да, Little Rosie, вот такие вот кусточки. Очень тоже красивая гортензия. Сейчас покажу свое рабочее место. Они маленькие, вот из таких вот малышей. Мы с вами получаем красивые кусточки. Вот это вот все будет пересаживаться в П9 и уже на следующий год. Такие вот красотуны стоят. Ну, естественно, есть выпад. Вот он, что-то не пошло. Условия у всех одинаковые, но что-то не пошло. Ну, бывает так. А так, в основном, конечно, все укоренилось. Сейчас оно пересадится и очень быстро пойдет в рост. Очень быстро пойдет в рост. Вот, посмотрите. Вот сначала смотрятся вот такие вот они малюсенькие, как бы незрачные, но потом они вырастают в хорошие-хорошие череночки. Вот, вернее, кустики. Вот, смотрите, тоже металлика. Это готовится на следующий год. Недавно пересаживалась в П9, также из кассет. Очень-очень много работы. Тоже вот, смотрите, черенок. Я его немножко передержала. Давно надо было его пересадить. Посмотрите, вот такая вот 102-я кассета. Такие вот маленькие, но ничего. Сейчас пересажу, и они быстренько... уже в этом году не успеют набрать, но спокойно перезимуют. На следующий год весной тронутся в рост. Это вот было деревянное черенкование. Деревянное черенкование, честно, я не очень люблю. Зеленое черенкование мне нравится больше. Вот, да, только что показала зеленое черенкование. Сейчас, подождите, не перепутайте. Вот оно, зеленое черенкование. Вот оно, зеленое черенкование. И вот оно, деревянное черенкование. Совершенно разные черенки. Вот оно, зеленое черенкование. Так, сорт еще. Это Silver Dollar. Смотрите, что хочу показать. В продаже в этом году его нет, но на следующий год будет. Я начеренковала. Сейчас покажу вам череночки, еще маленькие. Это сорт Авангард. Брала дорогущие в C3, по-моему. Он был с одной головой. Посмотрите, что с ним стало. Сейчас уберу. Посмотрите, это его ствол, который пустил новые побеги. Толщина вот такая. Но это ладно. Бабам, посмотрите, какие у него цветы. Ну, это надо видеть в реале.
вот прям глазами, и тогда вы поймете, какой размер. Вот такой вот огромный размер. Просто огромный, шикарный. Смотрите, два сорта здесь помельче цветок, здесь покрупнее. Но здесь он сам больше, вот он побольше сам. Вот такой вот красавец Авангард. Очень красивый будет на следующий год. И вырос он такой, как конь. А вот посмотрите, как он раскрывается. Красиво же? Красиво. Он в черенках, на следующий год пойдет расти. Только-только из кассеток я его пересадила. На следующий год уже будут, ну, наверное, июнь месяц, уже будут хорошенькие кустики. Вот он начал просыпаться. Сохранять, естественно, буду в подвале. Ну, вот и все такое небольшое видео. Подписывайтесь на канал. Вот еще у меня Блоди Мэри увидел на следующий год. Тоже пойдет, это уже в литрушках будет. И также в П9-ках. Подписывайтесь на канал. Есть еще много сортов. Сейчас тут бегать, не перебегать, чтобы все показать. Основные сорта, которые люди желают, я вам показала. Пишите. Номер телефона, WhatsApp, Viber оставлю в описании. Заказывайте. Это у меня на заказе. На заказе такая красота. Так что пишите, звоните. Выращивайте цветы и будьте счастливыми.